сопровождение разработали до полиции. Ответный доступ первый появится весной. Ну, приятно. Во Франции построят парк развлечений в честь Наполеона Бонапарта. Проект оценивают в 180 миллионов евро. Идею строительства Наполеона Ленда предложил бывший французский министр и любитель истории Ив Жиго. Этот парк призван стать конкурентом Диснейленду. Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом. We'll be right back.